Сегодня полицейские Татарстана запускают акцию «Осторожно, мошенники». В течение 2 недель стражи порядка будут предупреждать наиболее подверженных этим преступлениям жителей республики. За 2 месяца без малого 800 обманутых человек обратились в полицию. Раскрыта только 1/5. Мы ежедневно будем рассказывать о самых популярных среди мошенников способах обмана, на что обращать внимание и что надо знать, чтобы не попасть на их удочку. Сегодня Лина Зинатулина расскажет о реальности угрозы быть обманутым. В текущий момент динамика как такового спада нету данных мошенничеств. Даже иногда она составляет, даже небольшое увеличение происходит. Мнимые ясновидящие, фейковые страницы интернет-магазинов, помощь родственнику, попавшему в беду, или разблокировка банковской карты, подмена настоящих денег билетами банка приколов. Предлогов для обмана множество, однако по статистике в Татарстане самыми популярными считаются выманивание данных карты при покупке товара через интернет и просьба о помощи от имени родственников или друзей в социальных сетях. Так, например, 24 марта 60-летняя нижнекамка обогатила мошенника почти на 250 тысяч рублей. Потерпевшая сообщила в полицию, что размещала на одном из интернет-сайтов объявление о продаже дачного домика, после чего ей позвонил мужчина, который якобы заинтересовался ее предложением. Незнакомец сообщил, что переживает и не хочет упустить шанс купить дом, и попросил пенсионерку скорее отправить все данные банковской карты. Женщина в надежде на удачную сделку поверила и даже назвала код, пришедший на мобильный телефон из банка. Именно вот эти вот пароли, приходящиеся, которые просят назвать категорически запрещено. Более того, человека должно насторожить то, что человек, не видя товар, не посмотрев его, в каком он качестве, тут же хочет его купить. Тяжесть раскрытия данных преступлений составляет то, что звонки, поступающие, например, на сотовые телефоны, они, как правило, с других регионов, как показывает практика. Вот и в этот раз выяснилось, что номер, с которого звонили пенсионерки, зарегистрирован в Башкирии. А вот 44-летний мужчина попался на уловки мошенников в социальной сети. Ему пришло сообщение с аккаунта двоюродного брата, где последний сообщил, что якобы находится в трудной ситуации и попросил одолжить денег. Мужчина не стал уточнять подробности и в кратчайшие сроки перевел 25 500 рублей на указанные банковские счета. О том, что страница родственника была взломана и от его имени писали другие лица, он узнал лишь спустя несколько дней. Раньше, вот 2 года назад, основная масса у нас потерпевших составляла вот люди пожилого возраста, 50 лет, 60, даже бывали 70 лет потерпевшие. Сейчас уже даже молодые люди, 25, 30, даже вот такого возраста даже потерпевших. Число жертв растет, раскрываемость не успевает. Мошенники легко теряются в интернет-пространстве. Чтобы не попадаться на развод, полицейские советуют проверять личности так называемых продавцов и не передавать номера банковских карт малознакомым людям. И при малейших подозрениях на обман немедленно обращайтесь в полицию. Так, вероятность скорейшего раскрытия преступления может стать выше. Лина Зинатульна, Нафиса Миниязова, Мирзалюшев, Вызов 112.